Польша из года в год все больше открывается для работников из-за пределов Европейского Союза. Правда, и далее требуется разрешение на работу, но для 5 государств – Белоруссии, Украины, России, Грузии и Молдовы – достаточно подтверждения от работодателя о намерении трудоустройства иностранца. Трудовой договор может быть заключен гражданином государства не из Европейского Союза, который прибывает на территории Польши на основании визы или разрешения на проживание на определенный срок и который имеет разрешение на трудоустройство. Больше о видах трудовых договоров в закладке «Виды трудовых договоров». Трудоустройство на основании заявления о намерении трудоустройства иностранца. Отдельные договора дают возможность гражданам Белоруссии, Украины, России, Грузии и Молдовы работать на таких условиях в Польше максимум 6 месяцев на протяжении года. Этапы легализации трудоустройства на основании заявления о намерении трудоустройства иностранца. Работодатель регистрирует заявление в Управлении труда Повета. Иностранец получает разрешение на пребывание, которое позволяет работать на территории Польши, часто это виза D-05. Работодатель заключает с иностранцем трудовой договор в письменной форме или другой гражданско-правовой договор. Процедура связана с возможностью трудоустройства на основании заявления о намерении трудоустройства иностранца является бесплатной. Подробную информацию о процедуре можно найти здесь. Контроль законности трудоустройства в Польше могут осуществлять Государственная инспекция труда и пограничная служба. Здесь можно найти подробную информацию относительно законности трудоустройства иностранцев и процедуры контроля законности трудоустройства. Государственная инспекция труда. Центр юридической помощи имени Халины Нец. Общество юридической интервенции. И портал. В случае, если ты не можешь и впредь на законных основаниях находиться и работать в Польше, а хочешь вернуться в свое государство, проверь, можешь ли ты воспользоваться программой добровольного возвращения. Подробнее об этом можешь найти на странице Международной организации миграции.